В преддверии 8 марта глава района Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев посетили женщин-волонтеров села Натырбово. Это была значимая встреча, посвященная уважению и признанию важности женщин, которые добровольно и безвозмездно вкладывают свое время и энергию в помощь и поддержку своих земляков, находящихся в зоне СВО. Волонтеры поделились с руководством района своими способностями и умениями, а именно – как они создают уникальные сети, изготавливают свечи и обеспечивают солдат сухим армейским душем. Лена Винникова, она занимается непосредственно свечами. Расскажи, Лен, чуть-чуть. Я делаю их дома. Изначально я начинала их делать сама, потом спасибо нашей школе подключились дети. Они их формируют, заставляют картон, привозят мне домой, а я уже дома заливаю. И в банке. В баночки, да, видел, заливаю, да, и уже готовые свечи привозим. Да. Баночка побольше, ее можно, допустим, поставить солдатам в буржуйку. Она дает больше тепла и разогреть можно что-то. Если она свечка поменьше, то значит они могут укрыться и погреть ноги. Последнее количество 300 свечей. В общем... Ну, наверное, около 600 свечей мы сделали. Сухой армейский душ, чтобы солдаты без воды могли помыться. В общем, там смысл 50 миллилитров воды, салфеточка смачивается специальным гелем. Они ее мочат, вот так немножко вспенивают, натирают руки, лицо. И потом бумажным полотенцем одноразовым просто это вытирают. Не требует смывания водой. Гель специальный такой. Медицинские. 400 мы сделали. Мы только начали. Да, вот, за 2 недели. Конечно, я девочкам ежедневно говорю спасибо за тот труд, который они вкладывают в сети. Это же не просто труд, это и силы, и время, и доброта, и молитва каждой сети, чтобы она сохранила наших ребят живыми. Это самое главное, для чего мы здесь собираемся. Поэтому вот сегодня, пользуясь вот этой возможностью, хочу сказать всем огромное спасибо, всем своим жителям за такую отзывчивость, за такую поддержку. Без них, конечно, у нас бы ничего не получилось. Во время визита глава района и председатель Совета народных депутатов выразили свою искреннюю благодарность и восхищение представительницам села Натырбово за их преданность делу и неустанный труд. Они отметили, что волонтеры – это истинные герои нашего времени, чья самоотверженность и старания помогают не только солдатам, но и всему обществу в целом. Всегда, во все времена, если вот посмотреть историю, без поддержки населения, без поддержки тыла невозможно ничего в этой жизни победить, ничего осуществить. Вас никто не заставлял, это я еще раз повторюсь, это зов души. Поэтому хотелось бы вас поблагодарить. Спасибо. Будьте здоровы, счастливы. Тоже от души рад, что быть сегодня здесь, у вас. Мы приходили и будем приходить, как Заворовского месяца помогали, обращали внимание. Пусть у вас все получается, пусть ваши добрые сердца, добрые намерения всегда смотрят позитивно. Пусть будет мир, благополучие в ваших семьях, ничто не омрачает ваш быт, вашу жизнь. Будьте любимы в преддверии праздника. Пусть то, что делаете вы, всегда в сердцах отзывается людей, кому это нужно. Прежде всего для тех ребят, для которых вы стараетесь, предпринимаете это усилие во всех направлениях. Пусть все у вас получается. В завершении встречи каждой женщине в знак внимания были вручены благодарственные письма и цветы.